Хей, йога, если мышмики, мы продолжим проходить игру под названием Секира. Окей, мы с вами прошли в прошлой серии какое-то призрачное место. Мы купили с вами фляху, которая будет нам уменьшать получение вот этого страха. Ну, это хорошо, это против и призраков, и против нечисти, короче говоря, будет у нас. Так, второе, это... Мы купили еще две чешуйки, которые... А, это волк. О! Да, налетел на меня такой. Страшно ведь? Долго будешь там за мной ходить? Тихо, тихо. Это тоже какие-то там зомби. Что-то от меня так и не отстанешь, алло. Теноби. Пипец, он меня бесит. Где он хотя бы? Что мне с тобой делать, приятель? Бы, чтобы сзади не прибежал. И что здесь? Кошелек с деньгами. Да что ты меня не теряешь, ты надоел? Теряет и не теряет. А, так ты вообще бессмертный, бессмертный. С тобой все в порядке? Дружи, ты в порядке? Жизнь нет. Блин, ну я в принципе понимаю, как убить того. Блин, это опасно, это опасно. Мы сделаем все с вами.
Я сначала хочу апнуться до следующего уровня. Ни хрена там армия. Ни хрена там армия. И на третье, если я просто апнусь, чтоб я просто нихера, ну, много всего не потерял, я его убью, да и все. Вот этого последнего. Пойди мне как раз, да, мне поднимется уровень. Но это бессмертные. Потому что они воскрешаются заново. Но я не знаю, сколько у них КП. Хорошо, вот теперь можно пойти и попытаться убить синоби. F5. А, так у тебя это? Всего лишь одна жизнь была? Ё-моё. Я тут думал, у тебя это? Две жизни, я уже тут думаю, блин, нужно придумывать планы. Ха-ха. Если у тебя так, все. Ты можешь гулять. Сейчас я сохранюсь, прокачаем, может быть, что-то. Так. Улучшить... Давайте отдохнем. Так, дальше. А, невыносливый стоять. Значит, навык. Угу. И мне нужно... Вот это. Я хочу себе огонь купить. Чтоб огнем махать. Но мне трёшка нужна. Так, давайте я отдохну. Тот же не появится снова, я думаю. Нет, появится. Отдохнуть. А, видите, он меня даже видит, когда я просто недалеко от него. Значит, все нормально. Вот, значит, так было и запланировано. А вот эта вот бессмертная армия. Ну, скорее только вот такие вот типы, у которых на спине какая-то херь бессмертная. Только они бессмертные. Блин, а куда мне идти? Хорошо. Так, он тут один. Раз.
Я пойду туда, куда мне нужно. Подождите, мне нужно все исследовать. Раз, два. У древа, скорее всего, что-то будет. Да, это чисто тупо зомби. Чисто тупо зомби. А это, походу, одноразовые зомби в синих, в синей одежде. Так, мне, короче, нужно убить сначала старуху. Там еще один ходун. Так как они бесят? Может, это вот эти мужички с фонариками воскрешают всех? Боже, как вариант. Это, походу, чисто стелс. Ну, видно, что бабка не воскресилась. Сука. Я не знаю, что делать. Но мне это вообще локация не нравится. Если там хотя бы призраков можно было убить и все. Так у меня ж меч этого. Почему ты его не используешь? Да, они бессмертны, походу, все. Ну, и ту я почему-то убил, она больше не воскрешается. По мне вот этот момент интересен. Все. Вот видите, этих убиваю и все. Так нормально. С дубинками. И теперь мне нужно вот это забрать.
Ты ж, надеюсь, не воскреснешь? Теперь все ясно. Хорошо, хорошо. Хорошо. Хорошо, я немножко там что сломал, ну хорошо. Так. Там свечи. А, так они все слабые такие. Мне кажется, они потом обратно воскреснут. Ну, это уже мои проблемы, как говорится. Так, ладно. Контрольная точка. Контрольная точка. Давайте посмотрим, что здесь. Водопаде что-то есть? Так, ладно, я могу... У меня два пути, как еще туда попасть. Опа, я вижу, там что-то есть. А, это нам нужно на крышу. А я уже на крышу залазил. Дрожим. Дрожа нас до хера. Так, а вот в той стороне еще не был. У нас два варианта. Нам еще через реку идти. А, пускай он там землю бьет. Так, хорошо. Саке. Плюс саке. Ну я лоханулся. Это мы убегаем. О, здрасте. А-а-а, даже так. Я бы мог и сюда пойти. Смотрите, а вот эти, видите, не воскресли. Подохли с концами. Я не понимаю, как оно работает. Кто-то умирает сразу, кто-то вообще не умирает.
И это меня немного... Так, туда тоже можно попасть. И это мне немного... Или быстрее сказать, из-за этого я не могу понять, куда мне идти. Так, это может что-то тоже есть. Что, давайте тогда через реку. С вами через реку туда пойдем. А эти ваншотятся? Вот это вот прикольное место. Что-то немного карту мне просвечивает. О, тихо-тихо, там что-то еще есть. А смотрите, а там под водой что-то есть. А, на, мне под воду нужно. Так, а там у нас охранка, да? Это то, что у нас. Так, вот это мне локация немного не нравится. То, что она сломата какая-то. Вау, тихо-тихо. Классно. Чё? Не-не, нахер надо. Я понял, что это я что-то уже сломал. Это я уже понял, что это из-за меня. Найс баги. Ай, боже. Найс баги. А мне интересно, из-за чего у меня такой баг? Типа, знаете, идете, ни NPC, никого нету. А типа, потом кто-то будет нападать на тебя, а ты не знаешь кто. Это уже третий баг в игре, который я вижу. Первый. Это у нас, кажется, враг был убит в воздухе, да? Ну, он остался в воздухе висеть. Второй баг, это вот это, типа, нихера не видно. И третий баг, это когда я что-то куда-то там зацепился, да? За древо. За дерево зацепился. И просто падал очень долго.
Почему-то у меня такое предчувствие, что что-то сломалось в игре. Не знаю почему. Я просто сейчас смотрю на загрузку, которая идет. Да-да, идет почти. Почти идет. Мне это не нравится, ладно. Мне это не нравится, поэтому... Поэтому секира завершить. Файл, новая задача, обзор. Найс, ломаем игры. Секира. Далее. GG. А что еще сказать? GG. Больше нечего сказать. Я сломал игру. Все. Текстура, которая не прогружена. Юзайте эти. Там эти. Хакеры, хотел сказать. Спидранер, алло. Можете юзать. Ага. Типа из-за того, что я не сохранился, что там. Та-та-та там. Откуда я бы начну? Ну давайте я тогда не буду мучиться сразу, если там будет все заново. Быстро все это дело пробегу. Я не буду ничего больше делать. Нас навряд ли что сохранилось. Вряд ли сохранилось. Ну, в принципе, хотя бы отсюда. Да, у нас даже этого не было видно. С вами. Алтаре. Понятно, что оно фризит, потому что я игру только запустил, оно пока там обработается все. О, это ты, Синоби? Я так увлекся мелодией, что я не заметил тебя. А, я ее слышу. Я уверен, что музыка где-то рядом. Я так и знал. Все это время она ждала именно меня. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать так. Вернуть игру. Так, так. Зайти в быстрое действие. Короче, наши действия сейчас. Я думаю пойти сначала... Хотя давайте посмотрим, что здесь. Что здесь. Потом, если что, пойдем в правую сторону, там, где я залазил на доски. Мне кажется, сломалось после того, как я залез на доску. С воды на доски. И у меня полетела игра. Почему я в меню? Потому что я смотрю на загрузку цепи 100%. Так, записывается в 28.33 у меня сейчас. Где она долгая? Секира жрет жестко. Жестко. Быстродействие не падает. Ну вы видите, вот это вот 100% загрузки ЦП. Мне кажется, просто если я сейчас видео остановлюсь, запущу заново, и оно тогда будет работать. О, все, падает. Оказалось, было 99 только что. Ладно, в принципе... Да. О, все упало, видите? Все, производительность прибавилась. Простите, почему она плачет?
Почему ты плачешь? Потому что мне грустно. О чем ты грустишь? Я не знаю, где сейчас господин Сакудза. И что он делает? Это так трагично. Вот бы хотел узнать с ним, раз нельзя увидеть. Но сколько я не шлю ему писем, он не отвечает. И никто не говорит, где он. Господин, а вы не знаете, где господин Сакудза? Я не знаю. Я не знаю. Ох. Вы тоже мне врете. Эй. Воу-воу! Я понял, до свидания, пока. Увидимся в следующий раз, когда-то в игре. Отдохнуть. Ух, это было страшно. А, поплыли. Зайдем в лес. Вот, тогда у меня здесь все это сломалось дело. Тогда у меня ни домики, ничего не были прогружены. То есть иди куда хочешь. И куда хочешь, куда глаза глядят. А здесь, да, что-то да и есть. Что? Сейчас стоять. Инвентарь. Какой-то супец я подобрал. Клинок бессмертных. Супец. Супчик. Амулет исцеления. А где супчик? Я видел, что я подобрал супчик. Значит, активный предмет. Как это может быть неактивный и никакой предмет? Я видел супчик. Рано. А, вот он. Янтарь из сосенных смолы. Кусок смолы, внутри... Так, внутри которой постоянно тлеет пламя. Можно использовать для улучшения огненного клапана. Смола добывается из сосен, растущихся у дерева мибу. Раньше путь в деревню можно было найти по дыму. Со временем жителями опротивил этот дым, и сосны были заброшены. Те, кто продолжает жечь смолу, стали презирать. А, так вы... Монахи не ко мне сюда лазят? Ладно, что здесь у нас? Шар воскрешения. Шар воскрешения. Мне кажется, знаете, из-за чего все начало исчезать? Когда я головой врезался об этот. Ладно, побежали отсюда.
Да, если колокол в меня попадет, это будет жестко. А, так я могу с ней сразу и поговорить. А почему я не могу с этим встретиться? Алло. И подсказать, что ты раненый. Ладно, давай, короче, сохранимся и закончим на этом серию. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.